Всем привет, друзья. Вот такое чудо я сегодня увидел. В лесу кругленьком, около зооуголка. Это кролик, вот черный кролик. Я его даже сначала не заметил. Шел со стороны района Фроленко. Думаю, пройду через Парк Победы. И вот смотрю. То ли заяц, то ли кролик. Ну, зайцы таких расцветок я и не видел, чтобы зайцы такие были. Вообще, зайцы у нас здесь водятся. Не только зайцы, но водятся у нас и змеи, гадюки есть, кстати. Может, они чуть дальше поуходили. Никуда, я думаю, они не делись. Ежи есть, ласки есть. Множество птиц. Ну, про белок я уже не говорю. Белок полно тоже у нас. И вот такой кролик черненький. Он еще такой совсем молоденький. Кстати, мы с отцом разводили кроликов. Так получилось, что ему подарили два кролика. О, разлегся. Два кролика-великана. И потом... И он мне привлек к этому, и начали разводить кроликов. У нас довольно-таки много кроликов было. Ну, жарко, жарко сегодня. Видите, даже кролику жарко. Сегодня у нас почти 29 градусов Цельсия. 10 июня. Погода жаркая у нас стоит. Ну, вот такой небольшой сюжет. В общем, дедушка здесь проходил, мне сказал... Что они просто вот убегают из зооуголка, ой, зоопарка. Раньше он зооуголок назывался. Ну, вот он, наш зоопарк здесь. И, соответственно, говорит, потом они как-то возвращаются назад. Ну, это кролик. Он пророет, подроет, ну, пролезет туда через забор. Кролик, кролик, да, ага. А, не, обратно, дедушка сказал обратно забегать. Я вообще подумал, что это вообще заяц. Потом, какой заяц, они таких, рассветов-то не бывает. Ну да, они убегают, потом прибегают. А, прибежит, конечно. Ну, людей не боятся. Ну, погладить, сейчас как ломанется туда. Ну да, если подойдешь погладить, то убежит. Вот люди говорят, что не первый раз они убегают, эти кролики. Так что вот такая отличная погода. Вот такой у нас отличный лес. Кругленький. Погода. Погода очень теплая. Солнечная. 29 градусов Цельсия. Ветра почти нет. Ну, я вам скажу, не так, чтобы и слишком жарко. Все-таки это еще только начало июня месяца. Да, кролик, кролик убежал. Ну все, друзья, пошел я домой. Такая прогулка по парку. Да по лесу кругленькому решил совершить. Он никого не боится. Нет, никого не боится. Вот смотрите. Вот. Спрятался. Ну а что, может там жарко? Хотя там тоже тенек. Так, ну здесь в зоо, хотел сказать, в уголке, по привычке в зоопарке. А вот там и курочки сейчас подходили. Верблюд здесь у нас есть. Да, здесь много у нас животных. Раньше у нас здесь лев был. Ой, как он ревел страшно. Но потом там женщина пострадала, уборщица, он на нее напал. Это давно было, там в 80-х годах, но... Лев у нас был. Ревел как бешеный. А, он, видите, не боится, вот. Вот подошел дедушка с внучком. Что-то выискивает. Ладно, всем удачи. Пошел домой.